Всем привет, с вами канал «Правильный выбор». Сегодня расскажу про умные весы Redmond RS740S. В описании вы найдете подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Активируйте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Не забывайте поддерживать канал, для этого пишите комментарии и ставьте лайки. Умные напольные весы Redmond SkyBalance RS740S – просто необходимая вещь для тех, кто следит за своим состоянием, фигурой и занимается спортом. Эти весы имеют прочный, ультратонкий и стильный корпус из алюминия, комбинированный с закаленным стеклом. Комплектно с весами идет руководство по эксплуатации, которое содержит всю информацию о правилах использования прибора, уходе за ним. Также в комплект включены сервисная книжка и элементы питания. Весы – это надежное устройство для определения веса точностью до 100 грамм, а также они покажут информацию с соотношением мышечной ткани к жировой и костной тканям и объему воды в организме. Эти напольные весы дистанционно управляются инновационной бесплатной технологией Ready for Sky. Когда компьютер весов определяет ваши данные, то они мгновенно передаются в приложение Ready for Sky, которое должно быть установлено на вашем смартфоне. Используя эти данные, вы сможете посмотреть статистику своих достижений за выбранный период, скорректировать свое питание или норму употребления калорий. И в этом также могут помочь функции приложения Ready for Sky, которые будут руководствоваться в своих рекомендациях вашим весом, ростом, полом и возрастом. Для работы с приложением необходима привязка весов к гаджету, смартфону или планшету. Для этого запускается приложение, выбираются весы в списке домашних приборов, далее зажимается кнопка на весах на 5-10 секунд. После таких действий весы будут закреплены за соответствующим пользователем и будут сообщать ему данные о результатах взвешивания. По окончанию работы весы автоматически отключатся через некоторое время. Единицы измерения можно изменять кнопкой на тыльной стороне весов – килограммы, фунты, стоуны. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Недостоверная информация по содержанию воды. Плохо коннектится с iOS, точнее с ПО здоровья. Измеряют с шагом 100 грамм. Теперь перейдем к положительным. Точные удобные весы. Внешний вид. Управление со смартфона. Полная автоматизация. Определение доли воды, жира и так далее. Синхронизация с удобным приложением. Крупные цифры, быстрый старт. Выглядят маленькими и аккуратными. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Жду ваши лайки и комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».